Самая тяжелая школа – это школа жизни. Никогда не знаешь, в каком ты классе и когда следующий экзамен. Ты даже списать не можешь, потому что ни у кого нет такого варианта. Всем привет, хорошего настроения. Будем говорить о праздниках на 17 июля. День основания морской авиации ВМФ России. День Конституции в Южной Корее. И День моря в Японии. В этот день есть еще необычные праздники. День дарения подарков и день учащегося. А также в этот день, день преподобного Андрея Рублева. А в народном календаре Андрей Налива. Именины в этот день отмечают Александр, Андрей, Анастасия, Алексей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Татьяна, Федор и Федот. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1429 году в Римском соборе началась коронация короля Франции Карла VII. В 1505 году Мартин Лютер поступил в Августинский монастырь. В 1579 году явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани. А в 1942 году началась Сталинградская битва. В 1945 году в Потсдаме началась конференция Большой Тройки. В 1955 году в США открылся первый Диснейленд. В 1976 году открылись 21-е летние Олимпийские игры в Монреале, Канада. В 1998 году состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 1918 году в Екатеринбурге. В 1975 году состоялась стыковка двух космических кораблей «Союз» СССР и «Аполлон» США. А в 1990 году в США запатентован первый в мире микрокомпьютер. В 2002 году Тимирязевский межмуниципальный суд Москвы вынес решение о прекращении деятельности газеты «Русские ведомости». И в 2014 году произошло крушение самолета Boeing 777 под Донецком. И родились в этот день. В 1796 году Камиль Коро, французский художник. В 1797 году Поль Деларош, французский живописец. В 1846 году Николай Миклуха Маклай. Русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник. В 1891 году Борис Лавренев, советский прозаик и драматург. В 1898 году Беренис Эбот, американский фотограф. В 1912 году Дмитрий Иванов, русский журналист, культуролог, представитель русского зарубежья. В 1935 году Дональд Сазерленд, канадский актер и продюсер. В 1945 году Алексей Рыбников, советский и российский композитор, народный артист России. В 1949 году Чико Фримен, американский джазовый тенор, саксофонист. А в 1954 году Ангела Меркель, немецкий политик, федеральный канцлер Германии. На сегодня все. Спасибо, что вы нас посмотрели. Если вы хотите быть первыми и знать все новости и праздники, подписывайтесь на наш канал. Что бы ни случилось, помни, это было просто плохое мгновение, а не плохая жизнь. Все, всем пока!